Когда в СМИ прошла информация о том, что гречка подорожает, мне сразу вспомнился 2010 год, когда эта крупа считалась настоящим деликатесом, а цена переваливала даже за 100 рублей. Сейчас ее можно купить от 21 рубля, но надолго ли сохранится такая цена, неизвестно. Несмотря на соблазнительную цену, гречневого ажиотажа мы не заметили. Люди, конечно, покупают крупу, но без фанатизма. Пришли за гречкой. Где вы узнали о том, что она подорожает? От соседей, от знакомых, как всегда. Что они говорят? Они говорят, что подорожает и будут закупаться. Но я думаю, все равно, как раньше, мешками не будут закупаться. Будете закупаться тоннами, килограммами? Нет, я одна живу, мне некуда. Если нет, привезут откуда-нибудь. У нас все в стране возможно. Будете закупаться гречкой? Ну, пока нет. Если что, есть макароны. Возможно, на макароны кому-то все же придется перейти. Алтайские фермеры рассказали, что гречиха подорожает. Причин несколько – засуха и уменьшение площадей посевов. В результате неурожая, если в прошлом году некоторые фермеры собирали 16 центнеров с гектара, то теперь в два раза меньше – всего 8. Фермеры пользуются неурожаем, придерживают культуру и ждут более выгодной цены. Сейчас предлагают какую-то уже цену? Может быть, она слишком низкая? Да, уже 25 есть, только мы ждем. Да, я думаю, на сегодняшний день, если цена будет зерна в пределах 30 рублей, нас спокойно она устроит. В прошлом году был переизбыток гречихи. Фермерам пришлось продавать ее переработчикам по 15 рублей за килограмм. В результате весь прошлый год покупателям, можно сказать, везло. Килограмм гречки в магазине стоил 30-35 рублей. В этом году в связи с неурожаем цена крупы кое-где уже доходит до 50 рублей. Но это предел, заверяет директор Союза крестьянских фермерских хозяйств края Александр Вайс. К Новому году СМИ пишут, что на 5-10% повысится. Ну, я не знаю, в СМИ откуда у них такая информация. Я не думаю, что повысится. Я еще раз хотел вернуться, что это зависит от многих факторов. Это покупательная способность населения. Зачем ему покупать вот гречиху, гречку по 50 или там какую-то, там прогнозируют СМИ, что она будет выше подниматься. Или купить тоже, не знаю, перловую крупу. Взлетит ли ценник практически на самую востребованную крупу и придется ли кому-то менять рацион и переходить на более дешевую, узнаем скоро. До Нового года осталось всего пара месяцев. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. День с толком.